нравится ли тебе в России? В России, конечно, нравится, конечно, нравится. А вы не первый раз здесь уже? Я уже третий? Да, третий раз здесь. Отлично, кстати, говорите по-русски. Это... Нормально, спасибо, нормально. Это, ну, нам тоже приятно, правда. Вот, хотелось, ну, вообще спросить, будете ли вы дальше там продолжать бои и известен ли соперник? Я не знаю, что если буду продолжать. Но иногда хочется. Ну да. Но я уже немножко старый, много дрался. И желание уже пошло. То есть я понял, ну запал именно. Запал, да. Вот, стал добрым, да? Да. Стал добрым, да. Ну, это тоже еще одна фаза в жизни. Да, я думаю, конечно, вы преуспеете. Конечно. Как тренерскую деятельность не хотите организовать вот, масштабно? Тренерскую я как сказать, директор этого клуба, номер один, клуб «Единоборс». С ним у меня есть договорение, что я буду здесь учить. Ага. Иногда приехать, чтобы учить. То есть вы довольно часто будете приезжать в Москву? Я буду часто приехать в Москву. У меня с ним договорение, что я буду здесь часто быть. Понял. А скажи, пожалуйста, как тебе, ну вот ты дрался с Батухасиковым, да. Как тебе российские бойцы? Вот в лице Батухасикова. Российские бойцы. Я много раз, не только с Бату, я много раз дрался с российскими бойцами. Они очень сильные. У них есть хороший дух. Они очень сильные и дерутся до конца. А отличается ли школа, скажем так, ваша от российской школы? Может быть, чего-то нашим бойцам не хватает, например, либо техники, либо выносливости, либо чего-то еще? Выносливости хватает, но техника, это другая, европейская, голландская школа. Известно, это, да. Это известно, это, как сказать, микс все школ. И это хорошая школа, но, по-моему, уже во всем мире. Во всем мире известно, да, уже, действительно. Начинаешь уже нормальная школа. Я понял. Следишь ли ты за смешанными единоборствами ММА? Конечно, да, конечно. Есть любимчики, может быть, в каком виде? Любимчики? Хендерсон? Дэн Хендерсон? Или Бен Хендерсон? Бен Хендерсон это лайтвейт. 75 килограмм. Это черный. Черный, да. Бен Хендерсон. Да. Он мне нравится, потому что он хочет драться. Это мне нравится. Ты видишь это, да? Да. А в тяжелом весе? В тяжелом весе. Вон, Досантос. Досантос, да. Досантос, конечно. Но Досантос много боксирует. Да. А комплектный бой это... Ну вот Каин Веласкес у него отнял. Каин Веласкес, да, конечно. Так, ты бой видел? Да, вообще, мне очень понравилось. Очень хороший, да. Я там пару есть. Вот хотел бы просто обратить внимание, есть такая еще организация Беллатор. Беллатор. Беллатор, да, да. В США, в UFC, да, Беллатор, да. И был Strikeforce. Да. Вот в среднем весе стал чемпионом Александр Шлеменко. Знаешь что-нибудь про него? Нет. Нет? Нет. Но я уверен... Не знаю. Ничего. Я уверен, тебе понравится. Посмотри. Он ударник, несмотря на то, что дерется в ММА. Да. Вот он тоже ударник. Он любит вертушки. Я думаю, тебе тоже понравится. Да. Вот. Спасибо тебе большое. Нет проблем.